Настя Каменских. Сеньор Потап. Тру-ла-ла, сейчас вам будет тут. Ты красиво улыбалась, выходила из лимо, каждый вечер тусовалась, дорогу, чем казино. Удалось пройти охрану, в этот вечер наконец я увидел шубу на тебе. Это был пиздец. Все твои 32 зуба сверкали, как алмазы. Обжигаешь красотой, ты гламурная зараза. Может иногда я бываю не права, но сказала в этот вечер вот такие вот слова. Как ты ни крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара. Как ты ни крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Давай еще раз, Настя. Как ты ни крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара. Как ты ни крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Сеньор Потап, я собрал нормально денег. Ты собрал свои понты. Я хотел, чтобы мы свободно перешли с тобой на ты. Как только денег не хватило, я понты не заценила. Ты любовь мою убила, мне кранты. Сэм, ты баста! Это слово не подходит для Потапа. Даже если это все сказал мой сицилийский папа. Эй, красавица! Белла, почему же? Перке. Говорила ты мне на не нашем языке. Как ты ни крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара. Как ты ни крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Давай еще раз, Настя. Как ты ни крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара. Как ты ни крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Аккордеон! Крыши. Ты богатенький уже. И мой офис казино на 25-м этаже. Я солидная персона, я тебе не по зубам. Круче, чем Чак Норрис. Даже круче, чем Ван Дам. Когда вижу я тебя, то мне грустно и смешно. Тебя бросили друзья. Ты проиграла в казино.